Сегодня в Елабужском районе на реке Кама спасатели обнаружили тело девушки, предположительно пропавшей 22 августа. Поиски двух подростков, которые уехали на резиновой лодке и не вернулись, продолжаются третьи сутки. В поисках принимают участие порядка 70 человек. 25 августа – день памяти Мусы Джалиля и его соратников. В этот день известный татарский поэт был казнен фашистами в берлинской тюрьме Плёцензее. Сегодня в разных городах страны вспоминают подвиг джалиловцев. Акция памяти в полдень прошла в Казани у памятника Мусы Джалилю. Прокуратура Татарстана начала проверку информации о найденных человеческих останках в Камском устье. На место выехал представитель прокуратуры района. Напомним, мы накануне показывали репортаж, как на Волжском берегу обнажились человеческие останки. По словам краеведов, на этом месте 2-3 века назад был погост. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.